Кто вы? Привет. Это опасно. Тебе лучше уйти. Осторожней. Мы давно не виделись, и я решил заглянуть к тебе. Я что-то видел. Проверьте там. Джек, тебе лучше уйти. Нет, постой. Джек. Они сейчас уйдут. Пошли дальше. Прости, мне лучше уйти. Постой. Так зачем ты пришел? Открой глаза. Это божественно. Ничего красивее не видела. Скоро рассвет. Нам стоит вернуться, пока никто не заметил твоего отсутствия. Принцесса Эльза! Джек? Анна, ты ведь принцесса. Прошу прощения за опоздание. Ах да, принц Ханс Вестергорд должен был отправиться со всеми гостями домой, но на пути к кораблю он нашел твою лошадь, Анна. В качестве благодарности я предложил ему остаться на ночь, чтобы утром вместе с приливом он спокойно мог отплыть. Вы нашли мою лошадь? Она убежала, когда мы были в лесу. В лесу? Мы там были с нашими друзьями. Вы смелая. А! Что? Доброе утро, Юджин. Я слышал, ты вчера ночью куда-то ходил. Я не буду задавать лишних вопросов. Кто она? Я предполагаю, это та девушка в баре. Она симпатичная мне тоже. Принцесса Эльза? Сегодня ночью было северное сияние, и мы наслаждались видом. Сияние? Ты серьезно? Я не шучу. Ничего романтичнее не слышала. Когда вы снова увидитесь? Я не знаю. Ой, я забыла. Точно, нас ждет папа. Это срочно. Идем быстрее. Я все понимаю. У нас совершенно нет повода для беспокойства. Ваше Величество, что нам делать? Стражник говорит, что видел его, но, как выяснилось, их было четверо. Папа. Добрый вечер. Принц Ханс Вестерголд. Мы думали, что вы отправились домой. Да, я должен был, но ваш отец... Ханс, оставьте меня наедине с моими дочерями. Рад был снова увидеться. Мы тоже. Что-то случилось, пап? Во время бала была похищена корона Анны. Стража видела только одного вора, но, как выяснилось, их было четверо. Анна, ты видела кого-нибудь? Я? Ой, нет. Анна, если бы ты вела себя как принцесса и носила бы корону, ничего бы этого не было. Но зачем? Потому что ты принцесса. Какой смысл? Ведь королевой Эренделла будет Эльза. Я так и останусь просто принцессой.
Смотри качественные анимационные сериалы от студии Golden Age на любой вкус. Фэнтези, приключения, комедия, мелодрама. Все это на канале студии. Подпишись уже сейчас и не пропусти новые серии.